Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Игорь Левичев, и сегодня мы продолжаем смотреть на новиночки LEGO Звездных войн второго полугодия 2016 года. Мы находимся снова в группе LEGO Club Russia, и сейчас мы продолжаем, это уже наша третья часть обзора, и мы продолжаем с набора 75-157 ATT Капитана Рекса. Давайте на него посмотрим поближе. Так... Давайте сначала лучше поговорим про мини-фигурки. Да, здесь у нас есть три клона. Это Грегор, вот этот Грегор, потом это Командер Вульф и Командер Рекс, Капитан Рекс. Также у нас здесь есть, по-моему, пятый брат Инквизитор. Я точно не знаю, как его зовут, напишите в комментариях, если я правильно его назвал. По-моему, там у нас были пятый брат и сестра, там седьмая сестра, что-то такое. Ну, в общем, с ними запутаться можно, с этими родственничками. Да, и также у нас есть обычный штурмовик. Вот сам ATT. И тут у нас нет задней части коробки, к сожалению. У всех остальных наборов она была. А тут мы ее не наблюдаем. Поэтому давайте посмотрим вот так. Здесь у нас будет открываться кабина. Кстати, смотрите, здесь я заметил такой вот косяк в этой картинке. Мы можем увидеть вот тут вот... сбилось. Вот тут вот у нас изображена голова. Хотя все мини-фигурки у нас уже здесь стоят снаружи, а внутри есть еще кто-то. Странновато. Ладненько. В общем, у нас открывается кабина, само собой. Крутится пушка на 360 градусов, также вверх-вниз поднимается. Мне нравится, что тут вот есть у нас свободное место для того, чтобы поставить мини-фигурки. Достаточно клево это. Можно сделать сцену, как в мультсериале «Звездные войны. Повстанцы», по которому у нас и сделан этот набор. Но, честно говоря, мне немножко не нравится то, что вот эти вот все желтые и голубые детали и так далее. По-моему, это у нас все были тенты всякие разные. И было бы намного круче, если бы леговцы попытались хотя бы что-то сделать из ткани, а не все из деталей. Было бы вообще супер, на мой взгляд. Но так тоже сгодится, ладно. У нас также здесь есть одна ржавая нога. Здесь будет 5 нормальных ног и одна ржавая коричневенькая. Дальше тут всякие есть крючки, которые будут поднимать вот эти вот разные ящички. Вот так же. У нас, мне вот интересно еще, знаете что, можно ли сюда поставить фантома? Потому что, как вы помните, на призрак у нас фантом ставился и их нормально прицеплялся. В мультике, в той там, по-моему, первая или вторая серия второго сезона это была, если я не ошибаюсь. А, по-моему, третья или четвертая даже. И, в общем-то, там фантом приземлился как раз на вот эту заднюю часть ATT. Вот сюда вот, на синенький этот тент он приземлился, и там он находился. Мне будет очень интересно, можно ли его сюда вместить. Скорее всего, да. Но я буду достаточно рад, если так и будет. Ладненько. Смотрим дальше. Ну, конечно, у нас вот эта часть отсоединяется с пушкой. И внизу, внутри у нас там, по-моему, дополнительные ракетки лежат, если я не ошибаюсь. Также сзади вот это все у нас открывается, и там есть комнатка. Комната с какой-то там диаграммой, по-моему, если я не ошибаюсь. И мне жаль, что они не включили леговцы у нас в этот набор шлемы наших клонов. Это реально плохо, на мой взгляд, но я думаю, что в будущих наборах мы еще успеем заполучить этих старичков со шлемами. И, кстати говоря, здесь у нас также есть белый бинокль, белая кружечка и гаечный ключ. Смотрим дальше. Так, ну вот у нас ребята присели за свои позиции боевые. Вот у нас вид этого ATT спереди. Кстати говоря, по сути дела, они взяли конструкцию от ATT 2013 года и добавили к нему всяких аксессуарчиков. Ну, хитро, хитро, да-да. Леговцам же лень все переделывать. И да, кстати, у нас будет еще ручка для того, чтобы переносить этот набор. Вот отсюда она будет доставаться. Так, и сзади лесенка, конечно же, есть. Это вот вид сбоку. Он у нас, на этой картинке он очень похож на какого-то жука у нас. И выполнен в таком стиле, как стимпанк. Классно смотрится, на мой взгляд. Ну, клевый набор, мне нравится лично. Так, ну вот, все как и я говорил. Все открывается тут. Вот шкафчики они переносят. Кстати говоря, вот тут вот еще будет принтованная деталь. Также тут будет, я думаю, много наклеечек. Вот мы, по крайней мере, видим здесь две, и на двери вот это, я думаю, тоже наклейка будет.
Вот, у нас открывается вот эта вот комнатка, я не знаю, будет ли вот эта вот комната внутри. Здесь как раз-таки висит у нас бинокль, гаечный ключ, и там вот с другой стороны эта диаграмма, там в виде наклеечки, к сожалению, такой картинки здесь нет, но она там есть, эта диаграмма. И вот у нас поближе мини-фигурка пятого брата, или не знаю, какого там брата, инквизитора, в общем-то. Следующий наборчик, это у нас 75-158. Фрегат сопротивления. Ой, не сопротивления, а фрегат повстанцев. Я не знаю, какие тут будут функции, но скорее всего, мои предположения, тут будет, естественно, все открываться. Он будет как-то стрелять. Вот тут вот мы видим ручку для переноса этого набора. Ну и... Вот, у нас тут есть... Пушки, которые стреляют пимпочками, вот тут расположены, где находятся вот эти вот ракетные пружинные механизмы. А, вот они вот будут находиться вот тут вот сбоку. Не знаю, может быть, вот тут еще какой-нибудь потайник они сделали, не знаю, тайник точнее. Но мне нравится из мини-фигурок то, что они добавили сюда Асоку и вот этого чувака. Я, честно говоря, забыл, как его зовут, но он главный там в мультсериале «Звездные войны. Повстанцы». Заправляет там всем. Также у нас здесь есть агент Калус, Эзра и Чоппер. Агент Калус у нас уже был в ATDP, в наборе. Следующий набор — это битва за ход. Это коллекционный набор, ну или наполовину коллекционный, не знаю. Им можно, в общем-то, играть. Коллекционными наборы обычно считаются, когда их можно только поставить на полку и больше их не трогать, но этим набором также можно и играть. Так что я не знаю, по-моему, он уже у нас продается в России, но я не уверен. В нем 2144 детали, он достаточно большой, и по сути дела тут нет ничего годного, на самом деле. В России он наверняка будет стоить около 25 тысяч, я думаю, или около того, может быть, около 20 тысяч, или 18, но будет он дорогим, этот набор. И что мы тут получили? Мы получили сборник всех наборов, которые у нас легоцы выпускали по ходу. Здесь есть вот эти ворота, которые они выпускали в каком-то там 2007, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Там был артикул какой-то, содержащий 3 шестерки или что-то такое. Но, в общем, клевый был набор, конечно. Вот они сюда запихнули такую пародию. Также у нас будет вот это вот... куча всяких разных баррикад снежных. Также они запихнули сюда вампу с Люком Скайуокером, набор, который выходил в 2010 году. Тут есть у нас кормежка для Тонтона. И единственные новые штуки, которые они сюда запихнули, это вот эта круглая ионная пушка и вот эта база Эхо. По-моему, это база, да? Но, честно говоря, я никогда не знал, что эти диски означают. Вроде это и есть сама база Эхо. Ладно. В общем-то, вот что у нас внутри. Здесь творится новый дроид, астромеханик. Достаточно клевый, у него, по-моему, прозрачная голова. Или она такая темно-оранжевая, или черная такая, прозрачная, не знаю. Ладненько, в общем, у нас тут будет очень много всяких функций. И я думаю, что, наверное, он уже все-таки продается даже в России. Ну, в общем, тут куча всяких... разных штучек. Вот это у нас, естественно, все стреляет. Вот у нас Snow Speeder очередной. Не знаю, чем. Они их никак не переделывают, просто выпускают одни и те же. У нас будут новые повстанцы с новыми лицами. Вот это лицо уже встречалось, это тем более, и это тоже встречалось. Но вот это вот лицо, походу, единственное новое. Может быть, я что-то путаю, и у нас это лицо тоже когда-то было, но не знаю. Новый шлем у пилота, сноуспидера, и все, дальше уже идет все по кругу. В общем-то, в принципе, это были все новиночки второго полугодия по Звездным Войнам, которые пока что мы имеем в картинке. Оставляйте в комментариях свое мнение, какой набор, по-вашему, лучший во втором полугодии, и какой бы вы хотели приобрести первым. Обзоры на наборы эти я постараюсь выпустить в августе и в сентябре, в этих промежутках. И такие вот пироги. Какой набор лично я считаю лучше? Мне понравилась схватка на Джаку. Нравится истребитель сопротивления X-Krill. Нравится ATTE.
И также нравится, где этот набор. Вот, Сид-истребитель Дарта Вейдера против Акрила. Вот это топ-4 моих наборов второго полугодия, но самый топовый, на мой взгляд, все-таки либо погоня Дарта Вейдера за повстанцем, либо все-таки схватка на Джакку. Не знаю, либо тот, это мои самые любимые, но мини-фигурки леговцы молодцы, мини-фигурки, они, в принципе, в последнее время почти всегда выпускают годные. И на этом-то все, в принципе, вот такой у нас был обзор, целых три части. В описании к этому видео будут все ссылочки на эти части. И не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать и все. С вами был Суперлегмен 444, всем пока. За вас этот яблочный сачок, дорогие друзья, увидимся.